Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 2, секция 3, упражнение 19. Look at the map and answer the questions. Посмотрите на карту и ответьте на вопросы. Первое. What countries are marked? Какие страны отмечены? Второе. What main languages do people speak in those countries? На каких основных языках люди говорят в этих странах? Третье. What are their capitals do you know? Что вы знаете об их столицах? Listen and check if you were right. Послушайте и проверьте, были ли вы правы. Ответ на первый вопрос. The following countries are marked on the map. The United Kingdom, Ireland, Canada, the United States of America, Jamaica, Bahamas, Barbados, Trinidad, Guyana, Australia, New Zealand. На карте отмечены следующие страны: Великобритания, Ирландия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Ямайка, Багамские острова, Барбадос, Тринидад, Гайана, Австралия, Новая Зеландия. Ответ на второй вопрос. English is spoken as a first language in the named countries. Английский язык – первый язык в названных странах. Ответ на третий вопрос. Перечисляем столицы названных стран. The capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is London. Столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Лондон. The capital of the United States of America is Washington. Столица Соединенных Штатов Америки – Вашингтон. Ottawa. Столица Канады – Оттава. The capital of Barbados is Bridgetown. Столица Барбадоса – Bridgetown. The capital of Trinidad and Tobago is Port of Spain. Столица Тринидада и Тобаго – Port of Spain. The capital of Guyana is Georgetown. Столица Гайаны – Georgetown. The capital of Jamaica is Kingston. Столица Ямайки – Kingston. The capital of Ireland is Dublin. Столица Ирландской Республики – Дублин. The capital of Australia is Canberra. Столица Австралии – Канберра. The capital of New Zealand is Wellington. Столица Новой Зеландии – Wellington. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.